Всем привет, друзья! Совсем недавно в одну подмосковное СНТ я привозил две колясочки на примерку. Это вот Отобок B500 и Майра Клоу. В связи с особенностями рельефа Отобок B500 нам не подошла по весу, по особенностям участка. Вот. Выбрали мы Майра Клоу. Клиентка наняла двух рабочих, которые сделали доступную среду, чтобы можно было проехать домой и по участку. Итак, сегодня я уже привез вот такую Майра Клоу в пакетике, коробочка от нее новенькую. Сейчас будем уже проверять на участке ее. Пруды такие. 5 минут осталось до нашей СНТ-шечки, которая нам нужна. Я остановился перекурить. Красота, природа. Вот привезли подмосковную СНТ Майра Клоу в пакетике. 2 пандуса на выбор. Тут 2,40 и 1,80 м. Будем смотреть, примеряться по новому рельефу, по новой доступной среде на участке. Такие вот дела. Вот. Красиво все, зелененькое. Надо было. Сейчас дадим. Да. Давайте, поехали. Сейчас мы выйдем. Советский цирк. Ну, поехали гулять. Вот. Эта коляска сама едет? Да, да, это я потихонечку пультом. Да ладушки. Так, ну все, вот мы. Надо двигаться. Это получится вправо. О! Покрути, как тебе удобно, ты поймешь, как это. Итак, друзья, вот переделали доступную среду на участке со сложным рельефом. И вот что получилось. Откидная перилина. Вот такая. Сюда раз. Откидываем перилы и поехали. И здесь сделали на одну плитку шире. Вот. Очень аккуратненькая дорожка. Идем. Здесь замазаны все неровности, так сказать. Вот тут смотрели даже с дороги, как, ну там высота такая, что вообще не вариант. И по опалубке можно. Тут тоже все подделали, были ямы очень серьезные. По опалубке. Едем, здесь тоже сейчас паренек доделает. И вот мы едем за домом, проезжаем. Здесь мы уже проезжали. И здесь вот такой пандус. Вот так. Все сказочно, аккуратненько. Вот. Так, тестируем колясочку Майра Клоу. По новой доступной среде на участке. Ура! Кричите ура все! Ура! 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 Вот! Торжественно приветствуем! Ура! Получилось! Надо. Да, мы закроем, да, поняли. Скрылся из виду. Догоняем гонщика. А он вот он. Сворачивайся.
О, а ты уходишь. Yes! Здравствуйте, я очень благодарна компании «Инвалидные коляски», замечательному специалисту Артему, который приехал к нам в дом, проконсультировал нас по поводу обустройства пандусов на сложном рельефе, подобрал коляску, научился ей пользоваться, мы обязательно будем работать с этой компанией. Еще я узнала, что можно просто заказать перевозку инвалидов, можно приехать куда-то поликлинику, и люди организуют сопровождение в учреждении. Это совершенно потрясающая история. Ребят, спасибо вам большое. Мы будем обязательно с вами сотрудничать. И вам спасибо за отзыв.